Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев вернулся в Дагестан после успешной защиты титула. На прошлой неделе на турнире в США он задушил американца Дастина Порье. В столичном аэропорту бойца встречали сотни его болельщиков, представители органов власти, близкие родственники и друзья. Тему продолжит Курбан Рагимов. Теплые объятия и радость встречи с родными людьми. Чемпион UFC Ислам Махачев вернулся в Дагестан. Позади месяц сборов в США и тяжелый поединок с Дастином Порье. Об этом лучшему бойцу планеты еще как минимум пару недель будет напоминать глубокая сечка на лбу. Ну, если честно, до сих пор и в любительской, и в профессиональной карьере не помню, чтобы были рассечения. Ну, все когда-то впервые. Рассечение не над глазом. Обычно, когда над глазом, сразу доктора останавливают, проверить, там, не мешает ли зрению. Но у меня это было не над глазом, так что я не думаю, что особо напрягало это бою. Титульный поединок в легком весе завершился в пятом раунде. Махачев на характере стянул соперника в партер и заставил постучать в знак сдачи. Несмотря на переживания болельщиков, в углу нашего бойца были уверены, он найдет ключи к обороне соперника. Соперник очень достойный, он уже долгое время в топах был. Мы знали, что бой будет нелегким. Он в борьбе тоже, он не дает себя бороть, как другие соперники. Стойкий он, хороший. Я-то всегда знаю, что он, если он реально будет, как сам себя поверит, что это у него очень легко получится. И со всеми там нету ему таких соперников, которых он может с трудом выиграть даже. Радость победы с чемпионом разделили его многочисленные друзья и родственники, и представители органов власти. Здесь же главный болельщик, отец Рамазан. Конечно, очень трудный бой. Ну, нам главный результат. Когда он рассечение получил, вот этот момент, там даже испугался, может, врачи помешают, дальний остановит бой. Ну, вот это был волнующий момент. Я думаю, весь народ переживал, поэтому мы тоже, все спортсмены, спортивное сообщество тоже переживало, болели и смотрели этот бой. Конечно, бой получился очень тяжелым, но до последнего были такие очень опасные моменты, поэтому это же все-таки бой на таком уровне, мы очень переживали. Но к нашему счастью, все получилось, все нормально получилось, и получилась великолепная победа. После третьей защиты титула Ислам Махачев ставит перед собой новую, большую цель – завоевать пояс UFC в полусреднем весе. Это, наверное, самая большая мечта в профессиональном спорте у меня, чтобы я подрался за второй пояс. Но я не вижу соперников, кого я уже не побил, у меня в своем дивизионе. В топ-5 пацаны друг друга побили, я там остальных я выиграл. Есть Сарукян, я его уже побеждал. Но если мне предоставить шанс выбора, конечно, я выбрал бы второй пояс. В планах Ислама заслуженный отдых. Свой отпуск от боев Махачев проведет с пользой для души. С семьей на святых землях Мекки и Медины. Курбан Рагимов, Шамиль Аббасов, Саид Магомирзаев, телеканал ННТ, Махачкала.